США обеспокоены тем, что Россия стала главным мировым экспортером пшеницы. Влиятельная Wall Street Journal, назвав нашу страну аграрной супердержавой, пишет о том, что мы, собрав рекордный урожай, потеснили с рынка американских фермеров, у них показатели вдвое меньше. Пшеничная ассоциация США прямо заявила, что не выдерживает конкуренции, в связи с этим даже вынуждена закрыть свое представительство в Египте. Это крупнейший импортер. Зато международные трейдеры российскому зерну рады, хорошо на нем зарабатывая, не признаются, что для них наступили счастливые дни. Аналитики посчитали, что всего за 5 лет Россия улучшила свои показатели на 70%. По данным нашего Минсельхоза, в этом году собрано 137 миллионов тонн, что на 16 миллионов больше, чем в прошлом.